женская команда КВН «Унисекс», которая играет с другом. И сегодня для вас играют псевдо-блондинка Александра, странная Ксюша и грузинская монашка с армянскими корнями Наргиз. Поскольку мы в истинно женском коллективе, сразу эпатаж. Наргиз, раздевайтесь. Будь пацаном, вывози за базар. Будь пацаном, реально, братан. Будь пацаном, будь пацаном. Будь пацаном, камон. Как вы поняли, друг, это я. И как не понял я, какого черта она голая стоит? Вить, так она же в паранже. Спереди да, сзади-то нет. Так, значит, подождите, прикройся, пожалуйста. Что вы хотели, Эвелина? Виктор, а вам не кажется, что вы смотритесь глупо в нашем женском коллективе? Эвелина, вам не кажется, что вы смотритесь глупо с неподкуренной сигаретой? Виктор, это антураж. Виктор, это не антураж. Да, походу, Виктор никому не антураж. Так что до свидания. Ах, вот так. То есть я вам не нужен, да, значит? Виктор, да вы еще непонятливый. Дамы, объясните этому юнцу популярно. Вить, ну ты понимаешь, ты как стрелка на колготах нашего женского коллектива. О, так я его прикрою юбкой. Ты меня еще лаком помажь. А у меня тушь есть. Спасибо, не надо. Короче, Витя, ты как недоделанный шашлык, да? Я так понимаю, сырой? Нет, просто недоделанный. Короче, Витя, ты капибару. Что? Я просто хотела тебя обидеть. В общем, если подвести черту, Вить, ты Гангам Стайл. То есть я всех надоел? Хорошо. Я ухожу из команды. Я ухожу из команды. Я уже иду из команды. Иди уже. Я ухожу, я почти дошел до кулис. Иди, иди. Ну вот, наконец, мы остались одни. Так вам и надо. Можно расслабиться. Девочки, а это разве был не Дарт Вейдер? Это Наргиз. А, привет, Наргиз. Ксюш, успокойся. Фу. Ксюш, не настолько. Девочки, я устала улыбаться. Не улыбайся. Саш, не переигрывай. Вот я думаю, что сейчас пришло время что-нибудь показать, да, девочки? Я думаю, девичник. На них обычно принято биться подушками. И вот как раз на одном из них наши Сашеньки разбили нос. Больно-то как! Да ладно тебе, Саш! До свадьбы заживет! Смею напомнить, по какому поводу мы здесь собрались. Ой, так короче, да, я тебе свою паранжу дам. А белую или черную? Пора на выходную будешь, ну, девочки, раз так все пошло, давайте я вам покажу свою любимую женскую миниатюру. Ну, показывай. Баба на привале. Взвалила этот крест на себя. Пойду пройдусь, оценю масштаб трагедии. Э,
ушла. Витя, мы ушли. А что теперь делать-то? Может, мы номера покажем какие-то, не знаю. Так Витька везде играл. Так пусть этот сыграет. Я вообще-то девушка, да? Это Наргиз. А, привет, Наргиз. Девочки, блин, как это мы без Вити? Ну, мы обычно там с ним стишки читали, там на Новый год конфеты дарил, там, вот, песенки пели про весну. Может быть, все равно его убрали от нас. Этими устами глаголит истина? Витя, что ты такое говоришь? Это устойчивая фраза. Устойчивая зраза? Фраза. Нет, зраза с капустой. Понятно. Вить, а можно я пошутю? Ты хотела сказать пошучу. Витя, надо что-то делать, а не говорить. Не-не-не, я молчу. Эй, красавчик дело говорит, да? Да, блин, я девушка, да? А, привет, Наргиз. О, привет, Наргиз. Значит так, я вышел, будем показывать нормальные номера, ясно? Все. А где эта маленькая очкастая, которая нас сюда объявляла? Поэтому, а чего мы в машину все вместились, а? Хорошо, будем выкручиваться. Иди сюда, псевдо-белоснежная. Семья проводников купила шкаф-купе и распределяет полки. Я дура. На третьей полке спит мужик. Какого черта под шкафом спит мужик? Какого черта у нас в ванной спит мужик? Значит так, я сейчас пойду на кухню, покурю, успокоюсь. И когда я вернусь, чтобы здесь больше никого не было. Мужик в Киеве. Мне тупо неинтересно, кто, где, что выходит. Молодой человек, а вы знаете, что курить в общественных местах запрещено? Какого черта ты с собой постоянно тягаешь этих двух ментов, которые мне запрещают курить у меня на кухне? Так это же Славка, Вовка, наши сыновья. Ты сам настаивал, чтобы мы отдали их в школу милиции. Да. Всегда мечтал наказать ментов. Сынишки милиции! В общем, я устаканила нервишки, но не кажется ли вам, Виктор, что вы занимаете мое место? Эвелина, вы знаете, я здесь окружной не наблюдаю. Вас сейчас от побоев спасает мое хорошее настроение. Так, стоп. Знаете что, будем решать демократично. Пускай девочки сами решают, кому из нас здесь остаться. Начнет Наргиз. Не могу. Ну, не хочу. Ну, короче, я этот, неформал. Либерал, да? Ты хотела сказать нелегал. Ну, да. Хорошо. Ксюша, твое слово. Лаванда. Ну, смотри, она сказала нелегал, значит, не на Л. Ты умная. Умная, ты сейчас выбираешь, ты главная. Только запомни, либо я, либо она. Либо я, либо она. Либо я, либо она. Итак, кто? Ты, либо она. Боже. Вы знаете, Эвелина, придется решать по старинке. Вот, Виктор, давайте, чтобы подвести черту, у вас нет такого мастера татуировок? Я так, чисто для себя поинтересуюсь, а зачем вам мастер татуировок?
Вы понимаете, после наших с вами трений мне просто придется набить купола. Оно как! А я-то думаю, знаете, вы подходите, а у меня все приторный запах криминала, понимаете, да? Вот вам все ладно, больше... Ладно, ребят, не ссорьтесь, как говорил кот Леопольд, кручу-кручу-кручу, педали кручу. Скоро-скоро-скоро, как... Не мешай, когда злостно разговаривать. Значит, Эвелина, давайте не будем выносить ссор из избы, я вас просто потом за кулисами побью, хорошо? Девочки мне помогут, они такие, их только примани. Вот, знаете, вот после этого я прям не знаю, что с вами делать. А женитесь на нас. Очень часто наши девушки выходят замуж за иностранцев. И для этого создано очень много брачных агентств. В одном из них... Hello, Mr. Anderson. This is our girls. Just one of them. Thank you. Hi, my name is Peter. Питер! Питер! Not she. Oh. Hi, my name is Peter. Okay. What is your name? Okay. What can you do? Эй, я что-то не поняла, куда раздеваться? Not sure. Okay. Hi, my name is Peter. Hi. Oh, you speak English. Beautiful. What is your name? Nargis. So laughing. What is your real name? Nargis. Oh. Виктор, а вы не хотите? Ой, вы знаете, я очень хочу зафиналить фристайл после такой близкости. Друзья, вы знаете, у вас сегодня два праздника в городе. Это, во-первых, день города, а во-вторых, мое день рождения сегодня. Сегодня реально мой день рождения, во-первых. И для того, чтобы вас не задерживать, мы быстрее закончим. Команда КВН Унисекс — единственная команда, которая играет с другом. I'm coming, it's like a kid. Will you punch me? Now, can I go down?